Дорогие друзья, встречайте народный вокальный ансамбль «Элегия» прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы города Дзержинска. Руководитель Ольга Дощечка. В их исполнении прозвучат русская народная песня «Вьюн над водой» в обработке монахини Ирины Денисовой и три песнопения Людмилы Шелик «Величай, душе моя, чужде матерям девства и достойно есть». Вьюн над водой, ой, вьюн да над водой, ой, вьюн да над водой рассылается, ой, вьюн да над водой рассылается, дело над водой, ой, вьюн да над водой.
Рождества Воскресной школы прихода храма Святой Живоначальной Троицы город Мятель. Руководитель Елена Малько. Они исполнят две песни «Мама» и «Баллада о трех сыновьях». Мама, будь всегда со мною рядом, мама.
Ансамбль «Кантика» Дворца культуры города Молодечно под руководством Ольги Кохан и Вероники Черепановой исполнят песни Елены Отрошкевич «Голос души» и Леонида Агутина «Аллилуйя». Простерни дорогу,
ансамбль «Пирогиня» Столбцовской детской школы искусств под руководством Тамары Бариховой исполнят две песни, авторскую Тамары Бариховой «Звезда рождения Иисуса» и Валерия Иванова «Родный берег». Лес светлел, и снов небо край.
дорогие друзья, встречайте народный вокальный ансамбль «Министрели» Дворца культуры города Молодечно. Руководитель Александр Важник. Они исполнят песни «Родина» и «Я поставлю в храме свечечку». С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горячей свечи восковой. А может, она начинается с молитвы прабабки моей, с нательного детского крестика, с молитвы у царских дверей. С чего начинается Родина? С часовни у красных ворот, заступницы матушки Небесной, которой стремится народ. А может, она начинается с признания в детских грехах, а чисто моя отражается в священника добрых глазах. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горячей свечи восковой. А где же она завершается? Что народом зацелована, что
Детской школы искусств имени Поплавского и прихода храма преподобной Ефросинии Полоцкой городского поселка Ивенец, руководитель Екатерина Радзивилова. Thank you.
фестивальная программа завершена. Мы просим почетных гостей пройти в совещательную комнату для подведения итогов. А вам предлагаем выступление гостей фестиваля. Встречайте! Смешанный хор Молодечинского государственного музыкального колледжа имени Михаила Клеофаса Агинского. Руководитель Вера Кахановская. Добрый вечер, уважаемые гости фестиваля «Музыка души моей». Вас приветствует смешанный хор Молодечинского государственного музыкального колледжа имени Михаила Клеофаса Агинского. Художественный руководитель и дирижер Вера Кахановская. Концертмейстер Вероника Данилова. Для вас звучит произведение Твардовского «Хвалите имя Господне». Первого курса Белорусской государственной академии музыки.
русская народная песня в обработке Шведова «Ой, полна коробушка». Пока земля
внимание, и для вас звучит развитальная песня. Пригласите на сцену почетных гостей нашего праздника. Также под ваши бурные аплодисменты. На сцену приглашаются Преосвященнейший Павел, епископ Молодеченский и Столбцовский, протодиакон Николай Арсеевич, клирик Минского Свято-Духового Кафедрального Собора, член Союза композиторов Республики Беларусь Елена Викторовна Атрашкевич, директор Государственного учреждения Дворец культуры города Молодечно Светлана Григорьевна Сорока, заведующая цикловой комиссией пения Академическое учреждение образования Молодеченский государственный музыкальный колледж имени Альвинского Шипко Наталья Георгиевна и заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования Молодеченский государственный музыкальный колледж имени Альвинского Дмитрий Владиславович Артеменок. Дорогие друзья, может быть, кто-то еще скажет несколько слов из вас. Коллеги доверили мне сказать вот это вот вступительное напутственное слово перед тем, как состоится церемония награждения. Спасибо за доверие, спасибо за радость работы в таком единодушном жюри. Хочется поздравить всех вас, хочется поздравить всех нас с тем, что сегодня в этом зале торжествует музыка, любовь, вера и духовность. Хочется, чтобы этот фестиваль набирал обороты и продолжался многие-многие лета. Спасибо всем. Спасибо большое, Елена Викторовна. Итак, дорогие друзья, мы начинаем церемонию награждения. Дипломы в номинацию «За популяризацию идей нравственности и преемственности поколений» вручает председатель цикловой комиссии «Пение академическое» Молодеченского государственного музыкального колледжа имени Агинского Шипко Наталья Георгиевна. Прошу вас. В этой номинации награждается вокальный ансамбль «Вдохновение» Государственного учреждения образования Мядинская детская школа искусств, город Мядин. Руководитель Гудкевич Татьяна Эдуардовна. Просим Татьяну Эдуардовну выйти на сцену. Так.
Также награждается семейный вокальный ансамбль «Лоза» Государственного учреждения образования Уздинская детская школа искусств города Узда. Руководитель Фалько Анатолий Геннадьевич. В этой номинации награждается хор прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Красная Молодечинского района, руководитель Ходаковская Марина Павловна. Вот она торопится, поддержим ее аплодисментами. В этой же номинации награждается вокальная группа «Цвета радости» воскресной школы прихода храма Святой Животворной Троицы, город Мядень. Руководитель Малько Елена Владимировна. Награждается народный вокальный ансамбль «Министрели» Дворца культуры города Молодечно. Руководитель Александр Важник. И народный вокальный ансамбль «Пирогиня» Государственного учреждения образования Столбцовская детская школа искусств города Столбцы. Руководитель Варихова Тамара Михайловна. Пожалуйста, проходите на пьедестал почета. Дипломы в номинации «За сохранение белорусского наследия» В церковном творчестве вручает директор Государственного учреждения Дворец культуры города Молодечно Светлана Григорьевна Сорока. В этой номинации награждаются хор храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Молодечно, руководитель Громова Анастасия Викторовна. Вокальный ансамбль прихода храма равноапостольных царя Константина и царицы Елены, город Воложен. Руководитель Лавринович Елена Михайловна. Дипломы в номинации «За сохранение национальных традиций» вручает заместитель директора Молодечинского государственного музыкального колледжа имени Агинского Дмитрий Владиславович Артеменок. В этой номинации награждается народный вокальный ансамбль «Вилея Казачья» Вилейского дворца культуры города Вилейка, руководитель Дудапчик Марина Николаевна. И ансамбль старинной народной традиционной музыки «Рарагор» Государственного учреждения образования и Венецкая детская школа искусств имени Павловского и прихода храма преподобной Ефросинии Николоцкой городского поселка и Венец, руководитель Радивилова Елена Петровна. За высокое исполнительское мастерство вручает член Союза композиторов Республики Беларусь Елена Викторовна Отрашкевич. В этой номинации награждаются народный инструментальный ансамбль «Ад либитум» Государственного учреждения образования «Молодечинская детская школа искусств», руководитель Владимир Павлович Яценович. Женский ансамбль «Астерос» Молодечинского государственного музыкального колледжа имени Агинского, руководитель Черепанова Вероника Сергеевна.
и женский вокальный ансамбль «Кантика» Дворца культуры города Маловечная. Руководители Кохань Ольга Анатольевна и Черепанова Вероника Сергеевна. Так что, Вероника Сергеевна, никуда не уходите. За владение церковно-богослужебным стилем пения вручает протодиакон Николай Овсеевич, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального Собора. В этой номинации награждается хор Спасо-Преображенского храма агрогородка Раков Воложенского района, руководитель Агеева Лилия Игнатьевна. Хор прихода храма Рождества Христова города Маловечна, руководитель Гордей Ольга Евгеньевна. Дипломом в номинации «За высокое исполнительское мастерство и лучшее исполнение церковных песнопений» вручает Преосвященнейший Павел, епископ Маловеченский и Столбцовский, а награждается им народный вокальный ансамбль «Элегия» прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, город Дзержинск. Руководитель – дочечка Ольга Аркадьевна. А также награждается смешанный хор Маловеченского музыкального колледжа имени Агинского, руководитель Вера Кохановская. Спасибо им огромное и наши громкие аплодисменты. Спасибо вам, дорогие друзья. На этом наш праздник заканчивается. До встречи на третьем фестивале духовной музыки. До свидания. До новых встреч.